бьет и стонет, понимаешь? А вот можешь этот, вот отсюда залезть? Галя, вот отсюда! Ну, может, это что вы там добежите? Вот отсюда! Тоже видел, от немца подбивать. А мало ли выпьешь, как он делает. Дальним поднимать. Ну, встали. Бомжуй. Дай руку. Дай руку. Давай, давай, давай. Вот за это штуковина такая. И план тоже так. Взрывы. Дай руку. Там ты. Галя, залезай, а не. Да, да, да. По-моему, последний раз. Галя! Пятый форт. Этот форт был одним из крупных опорных пунктов обороны крепости Кёнигсберг. Штурмовые отряды какой-то печенье. Чё, 6 апреля они блокируют? Да-да. Бум. Да-да. Бум. Волосы поправились? Фотография на память. Это пулемет Максим. Ничего вы не знаете, это пулемет. Когда маленький был. Пошли вот там вот сам монумент. Там ты свердишь. Он же круглый железный. Ты что? Там ты ногами золотишь. А что будет делать? Осторожно, мать. Горе такие. Поднимешься? Давай. Смотри. Тут оно закрыто, на тут пушки открыты. А вот что вот это такое? Я не знаю. Здесь немцы и сидели. Ты, Максим. Не упади. Полков.
Ничего интересного нет. По фронту шестиугольника длиной 215 метров и шириной 105 метров. Он окружен рвом, наполненным водой глубиной до 5 метров. Сооружение построено в трех уровнях, то есть в трех этажах. Значит, стены форта выполнены из кирпича длиной 3-4-метровой толщины. В целях маскировки форт был обсажен деревьями и кустарником. Гарнизон форта насчитывал более 300 солдат и офицеров, имел на вооружении 8 орудий, батарею 75-мм и 105-мм пушек, 25 минометов, до 50 пулеметов разных калибров, 60 автоматов и более 200 винтовок. Так как форты находились один от другого на расстоянии до 3 километров, то практически обеспечивался сплошной прострел впереди лежащей местности. Где? Покажи. Подойди, семейку, сними, Максим. Да. Ух, красивые здесь. Максим, иди, пока не упадет. Лист не подпускает, Миша. Ванечка, тоже шипит. Вот. Он отрапывает крылья. Ходи ближе. Я не питаю. Какие утятки, лебедятки. Это странно, да? Что сама такая белая, а они все такие. Сама красивая, они такие заморыши. Наши экскурсанты пробрались в запрещенную зону. Ядро. Так как поют одной старой песни. Еще не известно, кому повезло. И все-таки, судя по нашей почте, большинство девушек верно ждут своего парня. Памятник Ленину. Из поселка Майский Калининградской области к нам обращается девушка по имени Татьяна. Она поздравляет с днем рождения своего любимого моряка Александра Санина, который служит на Украине. Татьяна желает ему здоровья, удачной службы и скорого возвращения домой. Сережа, у меня осталось тоже брызгало. Такая тупая, блин.
Не очень маленький. Ты знаешь, кстати? Что, дрожит? Да, тоже? Ну там через компьютер сигнал какой-то. Такой, мерцание. Это и есть сама могила Кан. Там в основном все затоплено. Сейчас будет стучать. Включай.